Сразу троих высокопоставленных сотрудников пенитенциарной службы в Одесской области задержали по подозрению во взятке. По оперативным данным, чиновники получили почти 92 тысячи отката от предпринимателя за право поставить спецучреждение 660 кубометров древесины. Всего задержанные планировали получить от бизнесмена 120 тысяч гривен. По предварительной информации, один из задержанных, Анатолий Ковтун, замначальника Южного межрегионального управления, по вопросам исполнения наказаний. Остальные заместители начальников исправительных колоний. Теперь подозреваемым грозит тюремный срок от 3 до 7 лет с конфискацией и без права занимать определенные должности в течение 3 лет.